Два месяца тишины сменились бурным притоком пациентов с ковидом. В Минздрав направлен запрос об увеличении в больнице числа койко-мест до 150. Сейчас в стационаре уже находится 132 человека. 8 больных скончались за 2 выходных дня и вечер пятницы. В реанимации мы увеличили койки до 7, потом до 10. Число коек с 40 до 50, потом до 95. Сегодня я отправил предложение министру 150 коек открыть снова, потому что на сегодняшнее утро 132 больных в стационаре. За выходные дни поступило 15, больше принимать было некуда. И 8 человек умерло за, имеется в виду, вечер пятницы и 2 выходных дня. Около 500 человек лечатся дома, под наблюдением находится 49 детей. Ковидные бригады скорой помощи обслуживают в последние сутки по 50 вызовов. Клиник развивается быстрее, энергичнее, тяжелых больных примерно в 2 раза больше относительно прошлого количества больных людей. Есть прям вот очень быстро. Вот из этих 8 человек 2 умерло в приемном покое. И люди переболевшие, которые думают, что они абсолютно защищены, заблуждаются. Переболевшие сегодня повторно заражаются. К счастью, не тяжело большинство, но тем не менее заражаются, у них положительные ПЦР. Их уже десятки, многие десятки таких людей, переболевших в прошлом году, заболевших по новой. Ну и в газетах пишут, что люди тяжело болели по второму разу. Поэтому не надо ждать, когда антитела упадут, надо прививаться по новой. Людям, которые переболели, имеют антитела.